Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас со стадиона «Динамо Юни». Сегодня здесь вашему вниманию представляется матч 22-го тура женской высшей лиги сезона 2021. И в матче этом встретятся футболистки «Динамо» ГУФК, которые, наверное, уже после него будем обращаться к одиннадцаткам, которые выставили главные тренеры его за пределы поля. Ну, давайте досмотрим, может быть, здесь все-таки доведут дело до ума «Динамовки», я имею в виду, конечно же, до удара по воротам. Ох, какой момент! И 1-0 уже на второй минуте. Виктория Валюк отличается с передачи Виктории Казакевич, насколько я понимаю. Да, вот очень хорошая, в принципе, позиция. И здесь на технику, на точность можно пробить. Удар по воротам! И все-таки Неман добивается своего, да, впервые в этом сезоне команда Екатерины Дудко забивает ворота «Динамо» БГУФК, но здесь не обошлось дело. Я думаю, что, скорее всего, повреждение некое есть у кого-то из футболисток, поэтому нельзя рисковать. Удар по воротам, и Ковальчук с ним справляется. Угловой. Что, смотрим, что здесь слева придумает оказавшаяся Карина Ольховик. Нзана. Уходит от Бельмач, удар по воротам, и все-таки забивает Вика Казакевич. Да, сегодня она уже отличилась голевой передачей, но она в 40-й минуте сама уже забивает. Ну, соответственно, «Динамо» все-таки перед... Аня Ольховик, да, снова же разрывается просто-таки правый фланг Немана. Ольховик, удар по воротам, да, попади мяч. Конечно, я думаю, что 3-1 бы счет уже стал, но... Друзья, мы начинаем второй тайм. Здесь у Вики получится передача на линник. Можно пробить. Ковальчук команду, казалось бы, выручает. Да, и офсайд. Нет, не засчитывается этот мяч от Пилипенко. Вот, наверное, одним из больших раздражителей главных должен быть Нема. Удар по воротам. И прекрасно играет на линии Екатерина Ковальчук. Вот после... Первым. Это сделали футболистки-бобруйчанки, если быть точным, то Муабор Прешес. Ну, это третий гол, ворота Ковальчук, да, очень здесь все красиво получилось. И... Пустишко в 18 матчах чемпионата, 11 голов, да, ну и вот, вот он уже и 12-й, да. Совсем расклеилась «Динамо» БГУФК. Ну и Дарья Стешко. Вот, наверное, первое свое касание в этом матче она делает голевым. На 60-й минуте счет становится... Ну и что здесь? Здесь Ольховик бьет, попадает Ковальчук. Жидко. Снова Ольховик. Пилипенко. Офсайд. Вот второй офсайд у Анны Пилипенко. И команды, то в следующем туре... Она встретится с коллективом АБФ У-19. Хороший удар, видим, мы в исполнении. Ну что, Нзана играет она здесь на коротке с Пилипенко. Пилипенко разворачивает на Ольховик. Удар поворотом, 5-1. Карина Ольховик на 82-й минуте. Ну, может быть, даже еще не точку ставит, но тем не менее. Еще более... Ну и все, на этом, да, делает свисток последний в этой встрече Вадим Ленковский. Итак, ну что ж, друзья, спасибо большое, что были все это время вместе с нами. Для вас работал комментатор Андрей Ильиня. Услышимся на белорусском футболе.